Вас встречаем хлебом, солью, песни, пляски, все для вас. Мы окружим вас любовью, праздник будет высший класс. В колонии номер 7 областного центра большое событие – второй этап смотра художественной самодеятельности. В гости пригласили офицеров из всех исправительных учреждений региона и гостей-общественников. Соблюдение прав граждан в исправительных колониях, вообще в учреждениях УФСИНа – это одно из главнейших направлений деятельности любого уполномоченного в любом субъекте. Я могу сказать, что от общего потока писем, которые поступают к уполномоченному, 32% в том году составляли письма от осужденных или находящихся под следствием. Но хочется и увидеть людей в совершенно другой ситуации. И это очень приятно, что они социализируются и могут показать свои таланты. В зале сотрудники и гости. На сцене осужденные рецидивистки. Ставят спектакль «Свадьба в Ивановке». Вольная интерпретация бессмертной киноклассики. Самый любимый, самый желанный, сердце манили, он долгожданный, сама тобой войду, сквозь рай и ту. Есть тут место и для юмора, и для лирики. Руководство колонии текст не режет, не цензурирует, творческий порыв осужденных не пресекает. Что случилось, Андрейка? В Ивановку белые едут, красных нужно предупредить. Упс, я побег. Андрейка, ты же самое главное забыл. Не Андрей. «Свадьба в Ивановке», рассказывают актрисы, это пародийный спектакль с элементами мюзикла. Высмеиваются бытовые темы и жизнь за решеткой. Я такая сама по себе веселая девочка, и мне очень понравилась постановка, вот эта вот «Свадьба в Ивановке». Мне нравятся прикольные моменты, смешные моменты. Иринка мне очень нравится, которая исполняет «Пан Атаман Таврический» тоже, это все мои подруги. Я вообще их обожаю, просто люблю, и реакция у меня соответствующая. И мне кажется, зрители тоже не подвели, все веселятся, всем хорошо. Креатив и режиссерские находки должны оценить члены жюри. Раз в год офицеры определяют лучшую театральную труппу среди колоний. ВК-7 – большие шансы. В 2017-м они уже становились лучшими. Друг другу в гости мы не ездим. Мы каждое учреждение показывает на своей сцене. Есть определенная система балловых оценок, то есть массовость участников от общего числа осужденных колонии, разнообразие декораций, костюмов, выдержанность сюжетной композиции, ну, номера представленные, разнообразие жанров. Роль у меня небольшая, но я думаю значимая. Яшка, артиллерист. Роль это комедийного плана. Что она значит и вообще? Ну, я думаю, что веселье и смех продлевает жизнь, поэтому мы и приносим вот это вот все именно со сцены людям, которые будут нас смотреть. Он в себя включает и любовь, и противостояние добра и зла. И также это, наверное, понимание того, что все мы люди, все мы человеки, нам ничего не суждо, особенно смех. К спектаклю готовились долго. В концерте задействовано 150 человек. Только на сцене их около 70. Остальные помогали. Несколько месяцев шили костюмы, раскрашивали декорации. Все самостоятельно. Только о том, что было у нас, никому ни слова. И даже маме. И маме. И Андрейке. А кто такой? Жених мой, Андрейка. И Андрейке тем более. И Степке. И Степке. И Ваське. И Ваське. И Димке. Так, стоп. Если ты кому-то о нас расскажешь, Андрейка узнает и про Степку, и про Димку, и про Ваньку, и даже про мамку. Мария Смирнова, Антон Осипов, РТВ Иваново.